настроение если шоколадом подняла, все. Знаете, даже просто посмотреть на шоколад, у меня появляется какой-то, какая-то большая-большая такая энергия от красивых коробочек. Всем огромные приветики. Итак, сегодня мы начали с понедельника, я начала делать переливание крови. Я вам про это уже неоднократно рассказывала. Мы берем кровь из вены и вкалываем ее внутримышечно. Вот. Также мы колем витамин С. Витамин С, это вы знаете, это просто волшебный витамин. Он нужен и для наших вен, чтобы они были у нас эластичными. Он безумно нужен нам для наших мышц. В общем, витамин С нужен также для того, чтобы было хорошее, чтобы хорошо усваивался коллаген. Также он помогает и коллагену. И, естественно, коллаген, витамин С, витамин Е, это все помогает молодости нашей кожи. В общем, убираем сахар, будем молодыми, красивыми и здоровыми, что самое главное в нашей жизни. Самое главное, это что? Это быть здоровым, энергичным и, как я говорю, всегда почаще улыбайтесь. Самая лучшая еда, которая продлит вашу молодость, которая даст вам энергию, я бы хотела отметить два продукта. Ну, во-первых, всегда сочетаем белок, белковую еду мы всегда должны сочетать с большим количеством зелени. И вот я бы хотела отметить рыбу, как это у нас сомон, это семга, так как она очень полезна. В ней содержатся вот эти вот омега-3 полезные масла, которые нам очень сильно нужны. А если мы еще к этому белку добавим рукколу, то мы еще с вами еще в два раза как продлим свою молодость. И самое главное, вы не представляете, руккола, она, во-первых, она не пучит живот, нет какого-то дискомфорта, если мы будем брать, например, мы знаем, да, все о пользе брокколи, но брокколи не всем подходит, потому что оно пучит, ну, то есть у некоторых вызывает дискомфортное ощущение. Так вот, алёка, оно еще и в несколько раз, как бы выше, чем брокколи, защищает нас от онкологии. Это, мне кажется, очень важно, да? Вот. Так, теперь давайте вот немножко пробелок. Я готовлю не так часто. Вот сегодня у меня бывают такие дни, когда как не хочется там много-много всего подготовить. Вот сегодня такой день, и я решила быстренько как снять. Я очень люблю. Смотрите, я, как правило, я ем большое количество помидор, но помидоры я люблю. Я большую часть покупаю помидоры черри. Я могу просто так съесть кусочек помидорки с хорошим сыром. Кстати, видео про сыр нужно тоже собрать, оно даже забыла поздравить со всеми праздниками, с Днем Матери. В общем, видео то соберу, наверное, позже. Так, а это у нас огурцы. Огурцы у нас, это, знаете, такой немножко ленивый рецепт. Джаджик, это когда мы натираем туда огурцы, присыпаем там зеленью, и все это делается с йогуртом. А у меня огурцы вот так вот, я их режу просто кругляшками, у меня здесь дериоту, это петрушка, это укроп. Я, как уже говорю, я всегда вспоминаю петрушку, укроп, как только в комплекте, почему-то не знаю, по отдельности не могу как, сообразить, что и что есть. И здесь у нас также немножко йогурта, и можно спрыснуть еще чуть-чуть оливковым маслом. Оливковое масло – это тоже большой-большой плюс употребления оливкового масла для вашего здоровья. И, конечно, детей мы тоже как… Мне хочется, чтобы мои дети питались тоже правильно, потому что, вот, например, Таиланд, вы знаете, иногда ест рыбу, иногда как с такой неохотой. Но я вот здесь вот так вот мелко нарезала вот такие вот кусочки. Это у нас курицы. Я вообще хотела купить именно хинди, но сегодня той части, которую я люблю, не было. Была грудка и были ножки. И вот Таиланд именно вот так вот любит. Мы вот так вот с вами сделаем. Знаете, такой, как будет такой мини, такой шашлык, да? Только мы его будем делать в духовке. Мне кажется, вот
Я знаю, что вот такой вот именно Таиланд у меня с удовольствием ест. Так, испачкала руки. А, я хотела же показать, что еще я тут приготовила. Так, ладно, пока отложим. К приходу в Таиланд я постараюсь это сделать. Я сама только что пришла. У нас бюрек. Я вам показывала, как приготовить быстрый, хороший, вкусный бюрек в домашних условиях. Значит, само тесто, то есть юфка, я покупаю, я сама не раскатываю. Он у нас пейнир, это с сыром с белым и с испанок, это шпинат, да, со шпинатом. Это больше так, знаете, для детей. Я, например, такое не ем, детям иногда требуется, я не говорю, что, как я говорю, постоянно не нужно детей кормить углеводами, быстрые углеводы, это сахар и самое страшное, все, что сделано из белой муки. Это приводит нас к разнообразным заболеваниям, к различным, к быстрому старению. Даже если вот казалось бы, что там вот болит спина, да, но все равно это значит тоже, что какая бы боль у вас ни была, всегда лучше сдать анализы, каких витаминов, солей, может быть, у вас в организме не хватает, и пополнить их, то есть не ждать чего-то, какого-то какой-то большой проблемы. А еще тут пришли ко мне, в общем, у нас, когда кто-то что-то сдает у вас в вашем сетене, вы обязательно должны поставить подпись, то есть все должны поставить подписи, что они разрешают как сдать в аренду, и в общем вы должны знать, под что берется аренда, чтобы потом у вас не было никаких проблем. И вот они принесли, чтобы я поставила подпись, что я разрешаю. В общем-то, у нас здесь внизу закрылось одно кафе. И сейчас будет открываться что-то связанное с чиколатом. Вот они вот здесь мне принесли. Вот чиколата и кафе. Вот. Принесли, я как поняла, только они мне. Вообще, вы знаете, почему-то здесь я всегда за порядок. За такой, знаете, немножко. Как когда-то вот моя соседка одна мне сказала, что у меня вот эта вот немецкая моя экономия и нестерильность, а как... Ну, в общем, неважно. Я очень люблю порядок, и я всегда воюсь за порядок, за свое право. В общем, ладно, неважно. И вот, представляете, я смотрю, значит, ко мне они приходят именно с пакетиком и говорят, а не подпишите ли вы нам, вот мы здесь хотим у вас открыть кафе. А пришли вот с таким подарком, честно, не знаю, что здесь, сейчас вот посмотрю, в общем, вот скоро около нас откроется вот это кафе, чиколата, вот. И как я люблю коробочки, я же вам говорю, коробочки с шоколадом, я очень-очень-очень люблю, я не знаю, что здесь. Может быть, о, смотрите, какой шоколад. Виолетта только что рассказывала, что нельзя есть сладкого, да? А тут ей принесли такую коробку, да с таким шоколадом. Я сейчас точно не буду пробовать, потому что дело идет к вечеру. То есть это однозначно. Сейчас я этого пробовать не буду. Потом, если хотите, как-нибудь, если не забуду, расскажу, что здесь было и как это было вкусно. Вот. Так, в общем... Ну что, настроение с шоколадом подняла, все. Знаете, даже просто посмотрев на шоколад, у меня появляется какой-то, какая-то большая-большая такая энергия от красивых коробочек, от шоколадок. И что я уже забыла, что я вообще хотела говорить. Вот, мне надо было это как в конце, да, оставить. Ой, а еще мы здесь будем делать. Здесь у нас баклажан. Я сказала, баклажан уже дешевый. А, вы еще не знаете, в другом видео было. Вот. Баклажан у нас 3 лиры стали. То есть раньше было 25, сейчас 3 лиры. Вот. А это у нас будет как шакшука, баклажаны, перец, лук и большое количество помидор. Вот. Это мы все будем так обжаривать. Ну все, вроде бы я все сказала. Если что забыла, ничего страшного, потом еще 100 раз договорим. В общем, питайтесь правильно, любите свою семью. Поменьше, как старайтесь детей кормить жареным, соленым и так далее. В общем, берегите свое здоровье и здоровье своих близких с раннего детства, с молодости и так далее. Всех люблю, всех целую, всем пока и до следующих видео.